что, всем привет! Привет, мои дорогие, привет, мои любимые. День X настал. Я выезжаю в Кремль. Время, сегодня не могу привыкнуть, что я разбил свои часы. Кстати, я вам показывал, нет? Я разбил свои часы, показывал, по-моему. Хвастался уже своему ловкостью рук. В общем, смотрите, это мне все нужно сейчас загрузить в машину. Два кофра, посмотрите, два чемодана. Вот еще, вот пакет еще стоит, вот он, вот он. Вот, не с грязным бельем, который вот этот пакет. Потом, чемодан вот этот, вот он, вот он. Сумка. И, сейчас, секунда. И вот еще чемодан. Короче, сейчас мне все, две ходки надо будет загружать. И я выезжаю в Кремль, потому что мне нужно быть там в 13:00. Время 12 сейчас. Я успеваю, все. Я побежал, надо все это выгружать. Итак, я уже практически приехал, это подо мной Новый Арбат, и, в общем, я сейчас буду туда заворачивать. Мне осталось 15 минут, и я буду на месте. Парам-пам-пам. Настроение прекрасное, великолепное, боевое, вообще супер-пупер, нереально круто. Я обожаю свою работу, и работа моя лучшая. Это супер, это великолепно. Понимаете, у меня, кстати, ушла тревога, как только я сделал все свои обязанности, которые на меня возложили на этот концерт. И вот когда я все сделал, у меня, представляете, как будто гора с плеч свалилась. Я абсолютно спокоен, у меня поднялось настроение. Оно у меня и было прекрасное, но было все-таки, знаете, вот это чувство ответственности, оно преобладало. И у меня была какая-то каша в голове, просто кишмиш какой-то, я бы сказал. Вот, но... Как только я сделал свои обязанности, у меня все сразу отлегло. Поэтому я нашел ключ к своему спокойствию. Все должно быть сделано вовремя, все должно быть сделано на высшем уровне, и тогда вам не за что будет переживать. Едем дальше. Вот, собственно, Новый Арбат. Слева кинотеатр «Октябрь». Я на месте, жду, когда мне откроют шлагбаум. Пропустили меня, значит, на парковку. Жду Ксюшу, визажиста. И идем. Ну, красавчик. Карл Лагерфельд. Красивый мальчик. Жду. Бежим. Я только не поняла. Вон-то говорит... Сейчас я вам скажу, чтобы вам детей... Генеральный прогон. Работает прогон. Я зашел в гримерку. Еще одна песня перед диваном. И что у нас тут? Фрукты. Может быть, кто-то не видел гримерки. Кремлевские. Такие они. Все, побежал я. Там у нас танцоры, ребята, сидят. Сейчас больше половины на сцене. Я попросил, мне выделили новую, эту отдельную гримерку, потому что у меня реально много всяких интересных штук. Вот что я делал. Это для шоу у нас. Всякие штуки, их много. Очень много. В общем, здесь в этой гримерке была, кстати, не трепка, мне сказали. Когда открыли мне ее, мне сказали, ее выбрала не трепка. Теперь здесь Кривенко. Не трепка, Кривенко. Короче, понимаете, лучшие люди в этой гримерке. Так, у нас сейчас уже еще две части, и мы начинаем. Подготовка танцоров. Ксюша. Этот сейчас все испортит. Ты сейчас весь наряд испортишь себе. Нечем будет махать. Смотрю. Главное вовремя остановиться. Да, правда. Он уже нарубил. Девочек готовят детей. Знаешь, я
Акция продолжается. Осталось 2 часа, 2, и начнется шоу. Ну что, мои хорошие, осталось пару минут, и мы начнем. Начнем наше шоу. Такие, видите, красотки будут участвовать в шоу. Это ли любовь? Спроси у огня. Видите, как у меня своя гримерочка. Я уже показывал вам ее, да? Все, мои хорошие, надо уже идти. Буду что-нибудь вам чуть-чуть показывать. Я тебе покажу, что происходит. Люди уже ждут. Красота какая. Хорошо. На белом крылатом коне сквозь дым у меня.
Yeah.
Я ждала.